Чебоксарах состоялся гала-концерт 23-го международного балетного фестиваля. На итоговом выступлении артисты исполнили номера из спектаклей и шедевров мирового балетного искусства. Глава республики Михаил Игнатьев лично поблагодарил участников фестиваля. Балетный форум – одно из главных и, пожалуй, самых ярких событий культурной жизни столицы. У жителей Чувашии появляется уникальная возможность увидеть на одной сцене выступления звезд отечественной и международной балетных школ. За две недели работы фестиваля в Чувашском государственном театре оперы и балета были представлены постановки как для любителей классического танца, так и для тех, кто следит за современными тенденциями балета. Специальную программу подготовили и для самых юных зрителей. Впрочем, детские спектакли высоко оценили и взрослые. Этот фестиваль мне интересен именно тем, что здесь были представлены спектакли разного жанра. То есть это была и эксклюзивная постановка, родившаяся в этом театре, я имею в виду балет «Аттила». Это спектакли в таком contemporary dance, приглашенный московский коллектив «Новый балет» показал свою работу. Это и спектакли и театра для детей, что очень важно. Завершился двухнедельный праздник танцевального искусства концертом звездных танцовщиков, лауреатов международных конкурсов Ксении Овсяник и Дениса Виейра.